как и все в этом году, я делаю на лету, на бегу. Ну, как-то осознанно, я не знаю. В общем, в любом случае, на бегу снимаю вступительное видео к «Секунда в год». Помните, в прошлом году я снимала это видео, где собрала вместе все секунды, которые снимала на протяжении всего года, секунда в день. А, был замечательный опыт у меня, и в этом году я повторила, и в следующем я буду повторять. Потому что, я не знаю, видеть те самые счастливые моменты ушедшего уже года, как бы даже не счастливые, а просто значимые секунды, даже записываешь что-то значимое. И когда это у тебя все собирается в единые, там, 6 минут получилось, почему-то как будто у меня дней больше в году. Но тем не менее, ты видишь, насколько у тебя полна и вообще счастливая жизнь, и от этого вообще любое время становится как-то более осознанно. Я вообще крайне рекомендую, ребят, делать такие над собой упражнения, особенно если тяжело и плохо. Вот особенно тогда, депрессивные зимние вечера, надо и дни, надо записывать секунду счастливую в день. Потому что так вы научитесь ценить каждую секунду своего дня. Так что, да, такой у меня был год. Надо намочить лист. Раз, два.
считаю, что не в хроническом порядке у меня записаны все секунды, потому что не в этом же дело, в конце концов. Я вам всем желаю прожить невероятный год не в том смысле, что у вас будут какие-то самые потрясающие события в вашей жизни, а в том, что вы понимали, что каждое событие, оно потрясающее. И то, что вы уже здесь, это уже классно. Поэтому удачи, увидимся с вами скоро.